А сегодня, друзья мои, у нас распаковочка пряника из Таиланда. Вот, посмотрите. Пришла посылка, вот такая коробочка. Так открываешь ее. Это пряничек. Красавчик. Кунжут, мед, там всякие полезные, веганские, короче. Полезные очень. После того, как я съел этот пряник, со мной что-то стало происходить невероятно приятное и сказочное. Прошло не знаю сколько времени, но я пришел в себя в кресле самолета. Пытался выяснить у стюардессы, куда мы летим, но у меня язык не поворачивался говорить что-то. Чувствовал я себя чудесно, и я подумал, поеду я в это путешествие, Бог со мной. Позднее стюардесса принесла чай и снова. И вот я снова проснулся и слышу голос капитана корабля. Уважаемые пассажиры, в данный момент мы готовимся к посадке на аэропорт острова Самуи. Просим всех пристегнуть ремни безопасности, вернуть кресло в вертикальное положение и убедиться, что столовые приборы и электронные устройства у вас спрятаны. За иллюминатором была ночь. Видно было только крыло, взлетную полосу, и вдали мерцали огни. Но я очень обрадовался этому, потому что я давно мечтал здесь оказаться. И вот моя мечта сбылась. Вот шасси самолета прикоснулось взлетной полосы,
Я уже спланировал, куда я после высадки пойду, к своим друзьям. Они давно уже здесь живут. И тут я, сука, проснулся и понял, что это был просто сон. Блять, а на острове-то я не побывал. Наверное, в следующий раз надо заказывать 2 пряника.